победители нашего конкурса «Гала-кухня», который «Галамартерна» проводила совместно с порталом Е1. И первое место у нас занимает рецепт Елены. И в подарок она получает многофункциональную мультиварку «Лэбин» от сети народных магазинов «Галамарт», с чем мы ее и поздравляем. Спасибо большое. Пожалуйста. Я участвовала в конкурсе, потому что люблю готовить, и «Галамарт» мне в этом помог. Здесь очень заботливо относится к покупателям. Очень рада, что победила, и мой рецепт занял первое место. С новой мультиваркой я буду готовить еще лучше, и «Галамарт» – это лучший выбор. Второе место занимает рецепт Татьяны, и в подарок она получает замечательную блиницу «Лэбин» от сети народных магазинов «Галамарт», с чем мы ее и поздравляем. Большое спасибо «Галамарту» за приз и за конкурс. Важно очень помнить о традициях русской кухни, особенно когда все продукты под рукой. Сейчас в моде экономить, «Галамарт» в этом помогает. Приду домой, обрадую близких, испечем блины и все за покупками в «Галамарт». Третье место занял рецепт Светланы. В подарок она получает блендер «Лэбин» от сети народных магазинов «Галамарт». Очень неожиданно было победить. Спасибо, «Галамарт». Наш семейный рецепт пригодился и принес свои дивиденды. Теперь с помощью блендера буду готовить еще быстрее. Всем рекомендую приходить в «Галамарт». Лучшего сочетания цены и качества в городе не найти. Тем более, что далеко ходить не надо. Все необходимое для дома в шаговой доступности. Спасибо!